Топа! Он даже прилипает еще. Уже есть мысли, что ты с ним хочешь делать? Я думаю, что сейчас чуть-чуть обварим, почистим, пожарим. Главное, что само. Само. Оно само приползло к нам на кухню. Шекс. Вот этот осьминог. Вот он. У нас будет рис с овощами и октопа. Нормальная тема. Иди за штурвал и погнали. А куда? А? Куда нам? Нам вот туда. Туда? На выход? Ага. Да, я сделаю. Ты иди. Идем в Сан-Пьер. А про Сан-Пьер я вам расскажу. Это очень крутой город, и там произошла в начале прошлого века большая трагедия. Вот это в дымке находится Маунт-Пеле. Действующий вулкан, который убил всех жителей города. Но об этом немножко попозже. Хорошо, когда команда сама выполняет все задачи и функции. Вот у нас флаг Мартиники. Обветшал. Сейчас мы еще снимем такой же наш украинский, потому что он уже пришел вообще в негодность. Вот так выглядит наш украинский флажок, который прошел полмира. Хотя нет, со Средиземки он, наверное, у нас. Средиземки он был уже уставший. Да, ну, значит, тогда, наверное, еще раньше. Короче, кто первый напишет, что ему нужен этот флажок, отправлю сувенир. Трезубец. Вот эти две бухты. Право это Анс-Дюфур, лево Анс-Нуа. Черная бухта. И так красиво облака лежат на горах. А в Форт-де-Франси идет дождь, между прочим. Там Монпелье. Может быть, он, конечно, будет перекрывать нас от плохой погоды, но я надеюсь, что все-таки иногда будет солнышко выходить. Сейчас прошли вот эта бухта. Это Форт-Франс. А вот сейчас по Старборд вы можете... Ой, чуть не выпал. Вы можете видеть, это электростанция, которая работает на дизеле и питает электричеством весь остров Мартиник. А нам нужна бухта, не вот эта, которая дальняя, это уже конец острова, а вот по прямой. Мы сейчас туда рулим и за нее поворачиваем, и там будет печально известный город Сан-Пьер. Почему печально? А я расскажу чуть попозже. Надо добраться. Доберемся. Капитан, дело в шляпе. Бухта Мариот, Анс Мариот. А вот вы видите наверху, вот это в дымке, это Маунт-Пеле. Мы уже повернули, и вот вы видите, там вдалеке лодки стоят, это уже как раз Anchorage, это то место, куда мы идем, и городок называется Сан-Пьер. Городок Сан-Пьер. Ты маленький. А может и не докатимся. Ну что ж, время разграбления города. Мы уже стоим на якоре. Святой Петя.
какой тут красивый пирс. Такой вот маленький городочек, маленький улыб. Итак, как я вам обещал, я рассказываю историю города Сан-Пьер. Сан-Пьер – это была столица Мартиники. И в 1900 году здесь жило порядка 30 тысяч человек. И вот, здесь, на этом острове, есть действующий вулкан, который неожиданно сработал. Он, вулкан, между прочим, спящий. И за буквально пару минут горячий воздух сдуло ветром и убило всех практически 30 тысяч человек. Осталось живых два. Один рыбачил в море, второй сидел в одиночной камере в тюрьме. Все остальные в городе погибли. Того, кто выжил, в итоге помиловали. После, это какой был, 1904, по-моему, год. Но после этого Сан-Пьер больше никогда не был столицей Мартиники. И столицу перенесли в город Фор-де-Франс. Здесь осталась только торгово-промышленная палата и куча строений, в которых показано, кто здесь жил и кто погиб. Давайте посмотрим немножечко на историю. Вот форт, который древний, это как раз и был основной город. Ну что, попытаемся зайти туда, наверх, к пушкам. Надо ж популять по кораблям, стоящим на рейде. Это амфитеатр Сан-Пьера. Красивенько. Нет, трансформаторы. Попрошу заметить, лежит себе такой трансформатор, и никто медь с него не украл. Прикольно то, что это монумент из историк, но все написано исключительно по-французски. Да, для своих. Ну, естественно, зачем же здесь для туристов что-то писать? Неучи пускай живут в неведении. Такая колониальная застройка. Это тут местная религиозная точка. Religious life in Saint-Pierre. Между прочим, с 1635 года по наши дни. Древняя культура. А эта штука называется Катедраль де Муляж. Муляж — это же мельница. Мельничный собор. Собор де Мельница. Какой здесь отель? Отель де Виль. Деревенский отель. Скорее всего, сделали из церкви. Нормально, эффективно. Вот она, наша лодка вторая. Первая — это вот этот гад, который сюда заехал, самый наглый. Такой быстро, газуя, ненавижу таких. Отлично. Вот такие они, карибы. Оставайтесь с нами, не забывайте подписываться на наш канал, и до следующей серии. Пока!